Всем привет, друзья! Сегодня у нас 7 марта. Всем мирного неба над головой, достатка в доме и хорошего настроения. Сегодня у меня в плане было приготовить суп, друзья. Но тут поступает звонок, и роднульки мои говорят, что «Мам, мы едем к вам на обед». Вот, смотрите, у меня уже вовсю там варится яйца. Вот. Ну, всех я вас приглашаю к себе в гости. И будем вместе готовить, друзья. Поехали. Макарошки уже отварились. И сейчас. Сольем водичку, промоем сковородку. Я вот такой сковородки делаю, друзья, удобно. Так. Все, хватит воды. Так, секундочку. Сейчас мы протрем сковородку. Вот так. Так. Все, сковородка греется. Можно еще сполоскнуть. Стекает. Сейчас мы сюда кинем масло. Два кусочка хватит. Вот так. Все, немножко масла потаяло. И отправляю макарошки. Вот так. Все, мои хорошие. Перемешиваю. И отключаю. Сейчас еще чуток. Вот так. Я или добавляю хорошее сливочное масло, друзья, или же оливковое. Ну вот что-то захотелось сегодня на масле. Вот так. Все. Макарошки готовы. Можно отставить. И займемся теперь с мясом. Но для начала, друзья мои, конечно, кофе. Без кофе никак. Всем приятного кофепития и хорошего заряда на весь день, мои хорошие. Вот еще малину надо пересадить, друзья. Вот она кустовая. Но еще плодов не дала. Наверное, буду ждать. В этом году, если ничего не будет, значит, выкидывать. А вот тут уже дальше мы купили и осенью посадили. Вот она. Каждый куст стоил 150 рублей. Вот так вот. Вот. Здесь. Так, видите, моя артиллерия со мной. Все со мной они, где еще другие? Ну вот он, видите, прячется, чтобы я его не ругала. Я ему не разрешаю идти на огород. Ну ничего, сейчас травы нет. Вот эту часть будем всю засаживать. И сейчас пойдет дальше, вот там вот где забор. Там еще мое дальше.
мое, наши. И это тут, видите, все со мной. И вот это, друзья, мы называем выселками. Вот эту перегородку мы делали, закрывали калитку, и тут паслись летом гуси. Так как после операции была я, и ничего не могли мы сажать. В прошлом году ничего не сажалось. Вот. Здесь вот будем засаживать всю полностью картошкой теперь. Вот, а там, где вот деревья посажены, и вот эти балки, сеткой будем ставить, сетку, там будет пастись птица и гуси. В общем, вот так. Все, работы есть. Вот такой огромный огород, друзья. Вот. Вот. До самой вот той веточки за сеткой, видать. Так. Участок есть, друзья, земля есть. Надо все сажать, всю, каждый метр, кусочек надо полностью обрабатывать. Вот поработаешь, и земля тебя тоже отблагодарит. Ничего не пойму. Меняются, гуси переходят курятник кушать, а эти переходят на место гусей есть. Ничего не понятно. Доброе утро! Ну как вам погода? Да вы что? И что, все улетело, да? Это шифер был сверху? А, ну рубероид, конечно, унесет ветром. А так все нормально, ну и хорошо. Слава Богу. О, гуси прям сигнализация. Ну, морозец еще хороший с утра. Нормально. Так, здесь пойдем. Пойдем во двор. Нельзя тебя здесь, тебе здесь находиться. Нельзя, мой хороший. Пойдем. Пойдем, пойдем. Тут, значит, варятся яйца, друзья мои. Будем яйца начинять. А здесь лучок. Потом отправлю туда морковочку. Вот она у меня мороженая в пакете. Это у нас будет как подлива для картошечки. Я сейчас почищу картошку, друзья мои, и отправлю варить. Там сосед крышу чинит. Вот после ветра с курятника прям снесло крышу. Представляете? Вот такой ущерб принес теперь ветер этот. Ну, слава Богу, хоть без каких-либо таких сильных последствий нету. Крышу еще можно починить. Ничего страшного. А сегодня погода, прям я не знаю, щепчет солнышко, красота, друзья. Вообще вот так, картошку, прежде чем почистить, друзья, мою, потому что потом надо будет еще повторно срезать с картошки грязь. Вот так вот.
Картошка у нас, друзья, варится. Вот лучок уже, смотрите, какой такой. Полуобжаренный, как бы полутушенный, как сказать. В общем, вот так вот. Все. Отправляем сейчас морковку и будем ждать, пока морковка растает. Ее тоже потушим. Это у нас подлива для картошки. А остаток морковки опять назад в морозилку, друзья. Солим картошку. Ну, а из мяса, друзья мои, будем готовить чашушули. А мясо у меня грудинка куриная, так как некоторые члены моей семьи не едят другое. И у меня почти всегда находится для приготовления всех мясных блюд куриная грудка. В общем, все, добавляем газу и вперед, мои хорошие. Готовим чашушули. Все, пусть все тушится. У меня вот 5 средних головок лука, друзья мои. Значит, мясо все время надо вот так переворачивать и тушить. Так, видно вам там? Вот так. Видно, не видно? Посмотрим. Вот так режем наполовинку, прорезаем лук и на полукольца. Я, например, так режу, друзья мои. Вы режьте, как вас устраивает. Вот так. Вручную, то есть на весу. Я привыкла. Вот так. Видно? Видно. По-моему, сковородка мешала. Я лук резала, не смотрела в экран, друзья. Вот так сейчас показать. Еще поближе. В общем, вот так, мои хорошие, мешаем сковородочку. Эту можно уже ложечкой мешать. Вот так, что она не страшно, что она поцарапается. Это та сковородка, которую можно. Все, грудинка быстро готовится, друзья мои. Вот, это не говядина. Что она? Минут 20 и готова. Теперь берем, тут же отправляем лук. Вот так, друзья мои. Но не переворачиваем лук. Вот так. Так, сейчас я крышечку достану. Вот так. И накрываем. Итак, мои хорошие, опа, вот, льем масло, немного, вот все, что было, видели, видели, потому что грудинка у нас сухая, вот мы ее не будем пока переворачивать,
Пусть она у нас там чуть-чуть потушится. Итак, переворачиваем мяско наше первый раз. Вот, только первый раз перевернули, мои хорошие. Вот видите, какие они. Уже чуть-чуть подрумянилось. Вот так. Все. И отправляем сюда домашние томат, домашнюю аджику. У кого что есть, мои хорошие. Домашнее самое хорошее. И вот так распределяем. И продолжаем тушить. Вот так. Крышечку накрываем. Только как закипит, крышку поднимем. Из приправ, друзья. Черный перец, хмели-сунели и соль. Соль я попробовала, потому что у меня аджика соленая. И вот я добавляю вот столько. Соль, хмели-сунели и черный перец. И все, перемешиваем. И опять через минут 5 будем пробовать на вкус. И завершительный будет зеленью, мои хорошие. Ой, какой запах пошел. И зелени, друзья, зеленый лук, петрушка и кинза. Вот так. Кто сколько любит, столько и нарезает. Отправляем всю зелень, ту, что рубили, друзья. Вот так. Все. Я тут еще оставила для присыпки чуть-чуть зелени. Все. Все перемешиваем, мои хорошие. И выключаем. Так что тут ничего такого нету. Сверхъестественного. Готовится легко, быстро и вкусно. Вот так, мои хорошие. Вот такой чашушули. Немножко покачала вас. А тут вот, друзья, я собираю луковую шелуху. Может, кто-то подзабыл? Собирайте, и будем красить яйца на Пасху. Потому что в прошлом году пришлось нам бегать и искать. Не было шелухи у меня дома. Вот. А тут, друзья, вот. Это шелуха от яиц, да? Тоже ее собираю. Вот тут сушу. Вот у меня еще в пакете. Вот. Это у меня, когда я буду сажать капусту, чтобы капустница ее сверху, снизу не подрезала, буду подсыпать. Пока я готовила чашушули, тут Мария занималась. Вот, яйца отварили. Желтки сейчас
добавим сюда 2-3 столовые ложки сметаны. Вот тут чуток у нас 2 зубчика чеснока. И будем начинять яйца, мои хорошие. Красоту приготовила Мария нам к обеду, друзья. Тут у нас чашу шули. Здесь у нас макарошки. А тут картошечка. Картошки там лук пассированный, друзья мои. И морковка. В общем, вот такой у нас будет обед. Все, кто с нами обедает, всем приятного аппетита. В общем, вот так, друзья мои. Я тоже скачала аккаунт Дзен. Извините меня, пожалуйста, если я что-то не так. Ну, если что, ищите меня тоже там. На этом я хочу попрощаться с вами. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. И всем пока-пока!